эти кадры впервые в эфире. Так выглядит российский истребитель шестого поколения в головах ученых. Пока это только 3D-графика и чертежи, но это мысли, уже оформленные в проект, который презентует концерн радиоэлектронных технологий. И главное, который с нуля создавался в России на основе наших российских технологий. Шестое поколение, мы считаем, что все пилотирование будет происходить на сверхзвуковом режиме, это раз. Второе, применение оружия тоже будет происходить на этих высоких скоростях, то есть воздушный бой будет вестись на сверхзвуковом диапазоне. Современные истребители переходят на сверхзвуковой режим в исключительных случаях. Слишком много топлива на это требуется. На шестом поколении запредельные скорости станут нормой. Самолет шестого поколения – это на большую часть своего состава беспилотный летательный аппарат. Отсутствие на борту самолета человека делает его и в психологическом плане тоже неуязвимым. Ну и что, что мы сбили сегодня 1, 2, 3 беспилотных летательных аппарата, хотя они будут защищены значительно серьезней. Ну, погиб летательный аппарат. Его не нужно устраивать ему похороны. И хотя вопрос о пилоте остается открытым, уже понятно, что самолет с летчиком-роботом сможет выдерживать более высокие перегрузки. Кроме этого, появится дополнительное место для авионики, топлива, в конце концов, для бомб и ракет. Летчика нужно беречь от перегрузки. Летчика нужно беречь от СВЧ, излучений и радиации, если он будет летать в космосе. Самолет, способный долететь до космоса. Вот, оказывается, на что замахнулись наши военные авиастроители. А вы говорите, санкции.